Харькове произошла потасовка во время слушания о переименовании улиц города в рамках закона о так называемой декоммунизации. Харьковские активисты сорвали общественные слушания, на которых обсуждался вопрос о переименовании улиц, районов и станций метро города в соответствии с законом о так называемой декоммунизации. В начале заседания слово было предоставлено заместителю председателя городской комиссии по топонимике и охране историко-культурной среды Алексею Хорошковатому. Он стал зачитывать на русском языке предлагаемые комиссией варианты переименования объектов. Присутствующие в зале стали его освистывать, требуя от чиновника перейти на украинский язык. В ответ Хорошковатый заявил, что русский язык тоже абсолютно понятен для харьковчан. После этого выступили еще два члена президиума общественных слушаний. Их выступления также сопровождались свистом. Постепенно у сцены начала собираться толпа недовольных, однако до определенного момента обеспечивавшие порядок представители общественной самообороны сдерживали их. И все же удержать активистов не удалось. Несколько молодых мужчин прорвались на сцену и устроили драку. После этого заместитель мэра Харькова Игорь Терехов объявил, что из соображений безопасности слушания переносятся.